Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, ежедневные задания, новые. Нанесите 20 единиц урона заразительной сальцей. Разыграйте 2 растения на воде и выиграйте многопользовательскую игру. Так, ну что, заразительная сальца, значит, у нас идет первая. Так, дай-ка я хотя бы гляну, что тут за колода у нее. На танцах. На танцах получается, да? Ну, давай попробуем. Я, конечно, не совсем уверен, что получится. Ну, попробуем. Заклинаний там очень мало у нас. Ладно, потихонечку-потихонечку мы все-таки должны будем нанести урон. Ой-ой-ой. Ой. Ну, против ночного колпака. Против ночного колпака будет. Будет совсем некомфортно мне драться. Если честно. Давай так попробуем. Странно, он не стал ставить гриб. А ведь он у него есть. Хм, бобовые в колоду ложат. Так, гриб. Сейчас будет что-то неприятное, ребята. Давай сделаем так. И вот так. Рикошет случайного зомби. Только не вот этого, пожалуйста, только не вот этого. Вот оно как, да? Чтоб тебя черти жрали, а? Ему надо прикрываться. Угу. Какой-то у него план. О, у него план-то не сработал, друзья мои. Просто не сработал у него план, потому что ему кранты сейчас будут. 5 в лицо. Прекрасно. А какого уровня был гриб? А, все, понятно. 26 ранг, ну. Хотя, еще раз повторяю, ребята, это не показатель, но тем не менее. Да ну ладно, 2 задания сразу же. Так, разыграйте 2 растения на воде.
Два растения на воде. Растения. Кто у нас... Ну, кто у нас? Зеленая тень может нам в этом деле помочь. В принципе, с помощью своих этих бобовых. Мы можем их поставить на воде, да? И делов-то на копейку. Но здесь у нас заразительное сальце 27 ранга. Которое не любит шутковать. Да чтоб тебя, блин. Ну что это? Ну что это? Этим так, вы на слезу забираете часть шкалы его суперблока. Сейчас заодно и проверим, есть у него суперудар или нету. Есть. У него оказался суперудар, ребят. Угу. И это все, да? Я вот только единственное не знаю, есть ли у него там суперудар сейчас какой-нибудь. Возможно, есть, ребят. Проверим. Ну, есть, да. Но нанесет он сейчас 4 единицы урона. Я даже трогать ее не буду пока. Она мне сейчас в данный момент не интересна. Я сделаю вот так вот. Угу. Ну что, парень, я тебя поздравляю. С картишками-то у тебя совсем бобо. Совсем бобо у тебя с картишками-то получается, парень, да? Ага, так. И никого пока убирать не буду отсюда. Что там, любитель заклинаний, да? Любитель заклинаний. Давай смотреть. Молодец. Хвалю. Так, ну а мы продолжаем. Ну это понятно, сейчас кого-нибудь уничтожат, одного из двух. Вот сюда, да? Правильно. Сдулся. Наш братишка сдулся. Ну, чтобы не мешался, мы его, наверное, сдуем отсюда. Так вот сделаем. Уничтожает. Так, три в лицо. Да у него не заклинашки. Понятно все, короче. У него одни заклинашки остались. Нет. Даже не думай об этом. На, на. Ой. Ну это неприятно. Так, у нас, это у нас не команда, не шиша, да, ребят? Ну что, зависло-то? Давай прогружайся там уже. Нет, ребят. То, что он карту взял, это, конечно, не очень хорошо. Поехали. Сделаем так.
Ай-яй-яй, немножко не так сделал. Ладно, сделаем так. Все равно ему кранты. Так, защитушку, защитушку мне, пожалуйста. Угу. Давай этого супостата уничтожим отсюда. Прекрасная карта, ребята. Смотри, что у него есть. Так, так и так. Ай-яй-яй-яй-яй. Даже вот так вот он поставил. У него еще две карты. Ой, хорошо-то как, ребят. Есть у него заклинание какое-нибудь? Да ты посмотри, а. Замечательно. Слушай, он уже достал в корень, если честно. Да ты серьезно, что ли? Ё-моё, блин. Ну и чё это значит? Твою налево, ребят. Ну это трындец. Ну как так-то, блин, а? Заколебал, просто заколебал, а. И ничего не сделать. У него там осталась одна единица, блин. Одна единица, блин. Где эти, блин, бобовые раньше-то были, а? Пипец просто. Где этот хлыщ был, когда нужен? Где вот этот орех был, блин, дебильный? Офигей просто. Давай, доставай там свои карты. Угу, огурчик. Огурчик у нас. С этой защитой тоже, блин, интересно так получается там. Не знаю я, что он там сейчас выставит. Давай так сделаем. Плавунец. Так, а что он может сделать? Он может... Что он сейчас поставит? Я не знаю, ребят. Давай я так сделаю. Рикошет. Кого он будет рикошетить? Ага. Ага, все-таки все-таки испугался, ладно. А мы будем потихоньку с тобой карты набирать. Отлично. Так, что у нас дальше идет?
Кого дальше нам поставить лучше? Так, он ставит здесь сундук. Еще сундук. Ну, если я поставлю вот так, допустим. Потом вот так вот сделаю. И, например, еще вот так. И вот так тогда еще сделаем. Там уже посмотрим, что он будет делать. Берет энергию дополнительную. И ставит кровожадность. Ничего нового. Вот это неприятно, да, это неприятно. Это и хорошо, что он так делает, потому что, ну, ему в любом случае крышка. А ну и что ты дальше придумаешь? Опять за свое? Ну, я вот так вот тогда сделаю. Так, и вот так, пожалуй. Так, Рэй, прости меня, давай сыграем. Ну и что дальше? Дальше ты хочешь, чтобы тебе кирдык приснился, да? Итого 2 хп. Этого профессора мы выкинем. Так он думает, что это ему поможет. Тебя умоляю, парень. Я тебя просто умоляю. В принципе, и все. Да? Да. Конечно, сдался. Здесь нормально сыграл у нас зеленый тень. Ну вот в прошлой игре, ну просто, я не знаю. Или там была слишком коварная сальца. Там же сальца было, да? Да, сальца было. Так, у нас, по-моему, еще ежедневка есть. Невероятное событие. Давайте посмотрим, что у нас тут. Классика жанра, банавно... Подожди, а разве мы в прошлый раз не то же самое задание выполняли? Банановый сплит. По-моему, оно и было. Один в один прям. Ну, давай так оставим. Бомбанем? Бомбанем. Так, повелся, испугался. Ну, может быть, оно и правильно. Так, еще два в лицо ему, два в лицо ему еще. На, вдогоночку. Ландыш у нас тут. А я вот так сделаю. А я сделаю вот так. Угу. Вот что сделаешь, давай так. Блин, знаешь, что обидно? Сейчас у него сработает защита. И он нанесет урон. Ну, как всегда, ребят. Все в своем репертуаре, блин. Естественно, банан уничтожает. Конечно же. А банан у нас от этого только крепчает, да?
Давай-ка я так сделаю. Защита. Ну давай. Так, пугало огородное, да, явилось? Два. Короче, сделаю вот так вот. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи. Какой смех истерический. Так, ну теперь давай отхиливаться. Случайно, но прекрасно. Так, сейчас еще 6 в лицо. На, и того у тебя 3 хп осталось, да? Паршивец ты такой. Я сделаю так. И вот так. Понял. Все? Ну тогда до свидания. Тогда до свидания. В тот раз мы выиграли. И в этот раз тоже мы, ребята, выиграли. Правда, бананы, по-моему, у нас полностью есть, так что не вижу смысла на них копить. Ну что, по традиции закончим битву за нашего... Да какой, блин, этот? Заразительное сальце. Подожди, а он за кого играет-то? Блин, я не знаю, за кого он там играет. А, за зеленую тень. Почему-то не показывает, за кого он играть там собирался. Ну что-то, что это? Ну что это, твою... Пипец, ребята. Ну и как я тут должен играть? 5-6... Даже не знаю, ребят. Ну давай так попробуем. Ну это, конечно... Так. Огурец. Так, ну что, на следующий ход, я надеюсь, у меня сработает защита какая-нибудь. Молекулярочка. Кого он там отрикошетит? Поехали. Двух бесят. Давай, давай только вот на нужное, на воду поставь. Есть. Куда ты? А, все нормально. Ну вот. Теперь, друзья, давайте играть. Угу.
Что он может сделать? Он может сделать заморозку. Бонусная атака. Даже так. Ну ладно, поехали. Так, ставим гробовщика тогда. Ну это чуть-чуть попозже. Вначале так сделаем. А теперь вот так. Угу. Так, страус. Хорошо. Прекрасно. Давай вот этого заморозим. И заклинашечку. Поехали. Так, что-то надо с этим делать. Погнали дальше. Угу, орех. Так. Это тебе не поможет. Замечательно. Уху-ху-ху-ху. Так, пускай здесь будут летучие мышки у нас. Давай, наверное, так сделаю. Поехали. У меня 7 хп, у него еще дофига, ребята, здоровья. Давай я так сделаю. Угу. И это все? А, я даже не знаю, что пока сделать. Да ничего я пока делать не буду. Так. Итак, я понял тебя. Так, поставим на воду. Что он сделает? Он сделает заморозку, да, ребята? Скорее всего. Только вот кого он будет замораживать? Этого? Правильно, этого. Так, две заклинашки он возьмет.
Так, мину. Ладно, предположим. Плюс 4. Так, ну тогда мы его рикошетить и будем, да, ребят, получается, или как? Оу, а что случилось-то? А что я пропустил, ребят? Все, я понял. Мина сработала, я же совсем забыл, что мина срабатывает после этого. Они вдвоем же не наносят урон. Да. Точно. Ну, я сомневаюсь, что на зеленых орехах он, наверное, взял. Ой, на этом, на огурце взял себе два кабачка. Да нет, конечно. И мне ни одной легенды не выпало. Моего капитанчика просто не было здесь. Ну что ж поделаешь, не было и не было. Да, он даже не стал камень тратить. А он у него есть, наверное. Ты гляди-ка. А зачем он его взял? Зачем он его взял? Ну ты будешь ходить сегодня или нет? Ё-моё, ну... Эх, разряд-то ржавый. Все, сдулся, походу. Нет, не сдулся, ребят. Ложная тревога была. Так, ну он не волнуется, наверное, потому что у него есть хил, я так понимаю, да? Других причин у меня нету, так думать. Да я знаю, что у тебя валун есть, давай трать его. Ага. Спасибо. Ну и тут дело за малым у нас, ребята. Он все никак не угомонится, да? Он все никак не угомонится. Ох ты. Но у меня здесь выбор невелик. Мне ставить только этого надо будет. В принципе, все. Что-нибудь там, хил? Хил взял или что? Нет. А мы-то все равно опять прокачаемся. Пускай он там карту вытянет. У нас все равно будет 1-5. Вылезло чудище лесное. Так, надеюсь, у тебя флакон... А, флакончик 3 энергии стоит. 3. У него может быть валун? А может быть опять. Ага, видишь, валунчик все-таки есть, ребят. Значит, мы его сейчас... Пим-пим. Здоровье восполняет.
Значит, этот хмырь ему настолько важен. Он ему настолько важен, что мы его выкинем сейчас. Ну. И это все? Иди отсюда. Ах ты, жук ты навозный. Шаманство у него. Так, 7 хп. Что-то мне напоминает это прошлую игру. Прошлую. Очень сильно напоминает. Он опять за свое, он не угомонится, да? Ну давай так проверим. Такс, друзья. Смотри, что начинает чудить, а? Проверим. Ох ты, ох ты, ох ты. И все? Да. Я думал, будет, ну, что-то поинтереснее. Что-то. Ну и так нормально, ребят. Для него нормально. 29 ранг у него. Все у него еще впереди, как говорится. Еще подкачается, еще даст звезделей. Так, ладно, давай еще за орех сыграем. Последний, как говорится, бой у нас будет. Ореховый, так скажем, поединок. Может быть, даже в следующий ранг перейдем. Если мы сейчас, конечно же, победим. А если не победим, то ничегошеньки нам и не светит. И опять у нас здесь обезумевший. Ну что это? Да ну... Обезумевший у нас, безумец. Зомби-безумец. Вытягивает две карты. Добор. Ему хорошо, ему повезло, ребят. В отличие от меня, у меня пока ничего нету. Нет возможности как тебя проявить. Ну, давай так проверим. Мишень у него. Угу. Что будем делать? Хиляться будем? Давай хиляться будем. Посмотрим. Сундук. Поехали. На тебе. Почему он так радуется, я ума не приложу. Давай-ка сделаю вот так вот. У него есть перемещение, ребят, не забываем об этом. Ему только сюда, если перемещать. О.
Почему я так и думал, ребят, что у него будет бонусная атака, а? Почему я так и думал? А что он мне дал сейчас? Кактус? Кактус. Угу. Ну, этот не жилец однозначно. Так, а дальше что нам? Нам до этого еще долго, да? Долго еще кочеврижиться нам до этого. О, вот что он делает. Только не надо перемещать. Нет, он не стал перемещать. Он что-то хочет сюда поставить. Вопрос что? Я поставлю, наверное, защиту все-таки. Угу. Так, я ставлю защиту, ребята. И поставлю кактус. Поехали. Хм, безумие. Хорошо, пускай будет безумие. Даже так. Ну, тогда бомбочка по нему плачет. Эх, бомбочка по нему плачет, ребят. Бесенок. Ну, бесенок бьет в защиту нам. Да ладно, у него еще и вот это есть. Даже как. Вот это хорошо, ребят. Это прям замечательно. Так, 2, 3. Ну, это кандидат на уничтожение, как ты понимаешь. Меня здесь немножко раздражает. Меня здесь раздражает, друзья мои. Меня здесь раздражает вот это вот пугало. Понятно, что он сейчас может поставить кого угодно. Вон, что он делает. Нет, ну только не на воду, блин. Все, кранты. Все, ребята, хана. Не вышло ни шиша. И все вот из-за этого ублюдка. Орех, не волнуйся, это не твоя вина. Тут чисто я профукал вспышку, две бомбы. Ну, мне пришлось, ребят, потратить. В любом случае, я бы их никак бы не смог бы здесь одолеть. Может быть, зря я жабу убрал, возможно. Этот вот не выпал. Ну, тут много факторов, какие. За, против.
Ну, как сыграли, так сыграли. Не выпало мне растение, извините меня, ребята, хилищее. Тоже такой фактор. Вот сальца, вот сейчас вот будет она мне мозги компенсировать. Как? Да элементарно. Да вот, почему он не выпал мне? Когда он мне так нужен был. Он сейчас пропустит ход. Он сейчас пропустит ход. Я единственное, что вот так могу сделать. Пускай он тратит энергию. Что у него там есть? Не знаю, там молния. Что еще там у него? Нету ничего. Ну, хорошо, что нету. Но зато он может раненого, да? Зачекрыжить. Он решил вот так вот сделать. Ну, поехали. Четыре энергии. Ну, я не знаю, можно, в принципе, ягоду сюда поставить. Сейчас глянем, кого он там вызовет. Хм. Интересно. Ну давай я так поставлю. Так и вот так сделаем. Угу, предсказуемо. И глупо. Эх, повезло ему, просто повезло, ребят. Ну, я понял, что у него там лежит. Он хочет с помощью добора уничтожить. Но это вряд ли у тебя получится, парень. Ну, капелькой, которая уничтожает. А, вон у него как. А это не поможет. Ну, нанесешь ты урон, ну, хильнешься ты чуть-чуть. А, ты даже без хила. Но тут уже все, ребят. Тут уже шансов у него нету. Вот так даже. Ну ладно, ладно, ладно. Убила, убила крахмал. Ну могу сказать до свидания тогда. Ну что, последний поединок отыграем? Что это у нас тут? Что там? Чего там было? Что-то так быстро промелькнуло, даже не успел прочитать, что там надо было сделать по заданию. Что-то какие-то 20-е ранги, ребята, сегодня. 20-й, 29-й. Я вот не помню, что там были. А, высшая лига была, ребята, сегодня. Высшая лига была, да, она мне сегодня тут устроила. Блин, это же бессмертие. Я даже, ребята, я даже предполагаю, что это будет за колода. Это та самая колода, которую везде подсмотрели, уже юзают ее там. Уже до дыр просто затерли. Просто затерли до дыр, да, именно на гаргантюахах. Своего ничего придумать не могут. Слизывают колоды и все.
Ну ёпрся ты, ну. Чё, до последнего? Опять этот нервозник, который сидит и выжидает до последнего. Нет, вот, к сожалению, ребята, отключился здесь. Блин, я думал, поединок будет. А так мы с тобой на халяву, получается, пробились. Ладно, друзья мои. Ох ты. Ох ты. Мы получили пак. Ну, это самый, ребят, первый начальный пак. Тут ничего серьезного не будет. Даже никакой легендарки тебе здесь не выпадет. Такой, шифпотреб, короче. Ну, крахмал хоть выпал. Мегаредки даже есть кто-то у нас. О, и все. В таких колодах обычно не выпадает легендарные карты. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.